боеспособность, и готовность. В любой момент можно выдвинуться на другую позицию. Тут, короче, еще соседи работают, пэха, единичка. Я хоть пойму вообще, кто откуда стреляет. Так бы мы уже, если не Минские соглашения, мы бы уже давно были где-то в Киеве. А нам все, а нам сковывают руки, и мы пока здесь, на территории Донецка. Я думаю, перемирия не будет. Кроме времени начнут полномасштабные действия. Потому что Украина, чем дольше она стоит, тем больше не загоняет себя в долги. Сегодня, да, пару лет крестом сказали на награде. Наша, блядь. Урал этот наш, слышь? Он съебывается. Да, ну слава богу. Курили, да? Да, идиоты. Прятаться негде, вот прячешься под кустам, как заяц, бегаешь и все. Уже надоела эта вся обстановка в жизни. А ну в течение больше года вот такое все беспорядок творится. И все бьют, разбивают и больше ничего. И начинают и днем, и ночью стреляют. Так что нечем радоваться нашей жизни. Хотим лучше, чтобы было, и оно не получается.